И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Игровой Автомат, и сегодня я снова буду играть в Among Us с моими друзьями. Ссылка на всех друзей будет в описании. Сейчас я вам представлю их. Это Мышь, Птипичный, Кольт, Электро, Дрейк, Карма, Хлебушек и, короче, еще другие люди. Все ссылки будут в описании, переходите, подписывайтесь, и сегодня мы играем в Among Us восьмером. Будем играть, наверное, несколько каток, поиграем на разных картах. Да, кстати, я вам забыл сказать, то, что разные карты будут на... В каждой катке будут разные карты. Сейчас мы играем на самой первой карте. Я, к сожалению, не помню, как она называется. Но давайте давайте уже вырубим микрофоны и начнем катку. Итак, ребят, микрофон я вырубил. Давайте начнем катку. Я не предатель. Я обычный член экипажа. И у нас, кстати, сегодня будет два предателя. Если раньше у нас был один и два предателя, то сейчас у нас будет их... Один и два. У нас раньше было по одному предателю, потому что мы играли в пятером и в шестером. И из-за этого мы не могли играть так, чтобы у нас было два предателя. А сейчас у нас уже 8 человек, и здесь будет два предателя, потому что будет намного интереснее. Итак, кто-то уже нашел труп, давайте посмотрим. Что такое? Что такое? Короче, что такое? У меня, короче, у меня на глазах Харма в люк прыгнул в электрике. Реально? Что? Я в электрике не был даже. Чел, я тебя видел. Да, я вижу. Окей, хорошо, давайте сейчас кикаем Карму. Там, короче, начал саботаж. Да заткнитесь! Окей, хорошо. Кикаем Карму. Если это не Карма, то кикаем Электродрейка. Да, потому что он говнюк. Ну что, давайте Карму кикать. Го, Карму. Го, да. Давайте... Давайте, чтобы следующую не Карма создавала, то он подрубает все время. Кикаем Карму, если это не он, то потом Электродрейк. Да, потом Электродрейк, а мы в принципе ничего не потеряем. А, кстати, у нас снимки включены? У нас включены аним... ну, нет? Анимки? Должны анимки вроде бы врублены, вроде бы. Окей, хорошо. Если что, я вам скажу, когда у меня будет квест. Итак, интересно, был ли он предателем? А, окей, Электродрейк, красавчик, да, спасибо за инфу. Так, все, вырубаем микрофон и погнали. Итак, оказался у нас Карма предателем, Электродрейк нам не наврал, молодец Электродрейк. Я ему респектую, офигеть, у нас в электричестве целых 4 квеста, пипец. И к тому же сломалось электричество, надо его быстро починить. Все, отлично, готово. Чиним, мы чинили с вами. У нас остался уже один предатель. Надо всматриваться, кто это может быть. И давайте сначала посмотрим, есть ли у нас квесты, на которых мы можем доказать то, что предатели не мы. Нет, к сожалению, у нас таких квестов вроде как нету. Ну ладно, хорошо. Давайте будем выполнять обычные квесты, у которых нету анимаций. Так, еще, по-моему, никого не убили, насколько я понял. Опять свет сломали? Ладно, пусть он починит. Все, найс. Дверь закрыли. Электродрейку я доверяю, потому что я думаю, предатель бы не слил своего. Поэтому это, возможно, не Электродрейк. И, может быть, это... Да я не знаю, кто это может быть, но надо доверять Электродрейку. Потому что... Ну, он слил Карму. Ну, или просто... Или просто он внушил нам то, что мы не должны принять его за предателя. Ладно, идем чинить реактор. Так, это кто? Где? Чё, где? Ребята, на камерах! Тихо, тихо. На камерах, жёлтый, жёлтый, жёлтый на камерах. Я стоял на задании, тут экран был... В смысле? На камерах? Точно? Уверен? Так да, это же... Окей, хорошо. Это если а что, где Влад. Убил? Где убил? Погоди, где убил? На камерах, на камерах. Я стоял в реакторе, прям глаза видел. Да. Он прям на входе... Ну. Окей. Я в управлении был, я вообще не видел, чтобы кто-то там на камеру был. Окей, чтобы там два челика на камеру было. Одновременно. Я не думаю то, что это мышь, потому что... Ребят, можно я скажу? Я не думаю то, что это мышь, потому что... Ребят, дайте мне договорить. Я не думаю то, что это желтый, потому что он мог меня убить, но я скипну. Я скипну. У меня были такие моменты, когда я бегал с ним, и он мог меня на изи грохнуть. Я скипну, я только предположил. Так говорю.
Окей. Он мог меня на изи грохнуть, и поэтому я, ну, как бы не хочу, то есть... Не хочу думать то, что это он, потому что... Ну, были моменты, когда он мог меня грохнуть. Ладно, вырубаем микро, ребят. Так, у нас опять кто-то саботажнул свет. Если сейчас в электре кого-то убьют... ну, скорее всего, убьют. Действительно. Так, электро починили. И, судя по всему, никого не убили. Так, я опять не туда бежу. Бегу. Ладно. Так, это у нас что? Это у нас... Выкинуть листики. Так, готово. Бегать я, пожалуй, буду только с электродрей. Так, ребят, убили, короче, управление. Я был где... Ну, там... Вот снизу, там, где еще надо брать бензин и относить в верхний двигатель. Ну, вот, понятно, я там понятно. Я делал... Ну, как это называется? Провода соединял. Захожу в управление. Проводка. Дроп голубого, вот. Я хз, кто убил, честно. Я не помню, чтобы кто-то был я... в управлении, поэтому... Как... Вот когда начался этот раунд, я оставался в столовке, сделал там два квеста, и потом побежал в воздух. Потом я побежал в воздух. Что я делал в столовке? Тебя не было в столовке. Я хз, это может быть Дамир, потому что он что-то довольно-таки сильно гнал. Ну, это блин, у меня подозрений ни на кого нет, я скорее всего скипну. Я скипну. Я только что доделал это задание. Ребята, почему голосование такое короткое? Не знаю, надо потом пофиксить. Хорошо, сделаю дальше. Да. Минимум полминуты. Так, ладно, вырубаем микрофон и... Короче, я буду бегать за хлебушком. Я бегаю за хлебушком. Ребят, кто со мной, погнали. Как только я сказал, буду бегать с электродрейком, его сразу грохнули. Знали, кстати, голосование идет суммарно минуту. Я почему-то верю кольту. Я не знаю почему, но я ему верю. И буду верить всю катку. Так, мы только что с мышбом починили проводку. Это либо хлебушек, либо это тактикмен. Тактикмен это, кстати, белый чел. Дио. У него никнейм. Я не знаю, почему он сделал себе такой ник. Спросите у него. Так, сейчас мы посмотрим. Трудно. Я верю кольту, и я верю мышбу. У меня подозрения есть только на Дио и на хлебушка. Потому что они гонят на всех без особых пруфов. То есть Дио, допустим, ну так тикмен буду его называть, он меня просто гнал без особых пруфов. Он нажал на кнопку. Чё? Кого? Чё? Нет, чё, это не жалко, он потому что видел, как он так сделал. Не видел, как он так сделал. Вот, именно. Баб, Карма вот это, у Кармы читы. Он подрубает. У меня должна в скриншоте... Знаете, у меня есть подозрение на хлебушка и на Дио. Я верю кольту. Я верю кольту и мышбу. У меня только А. Блин, а что за фигня? Почему белый он созвал всех и вышел? What the fuck? Я хз. Нормально. Окей, скипа. Мне кажется, это автомат почему-то. Просто вот... Окей, давай, давай, вот, пошли со мной, я выполню таск у тебя на глазах. Вот пошли со мной. И лично я автомату верю, потому что, скорее всего... Я не знаю, у меня предположений нет, так что я скипну. Го со мной, я покажу, как я выполню вам таски. Только я не уверен, потому что они у меня остались. Тебе еще не гольд. Нравится, когда перед тобой двери закрываются, да? Понимаю, понимаю. Го со мной, я выполню таски у вас на глазах. Го со мной. Так, сейчас я покажу ребятам, как я выполню таски. Вот, погнали, погнали. Погнали за мной, я таск выполню. Ладно, хорошо. Надо быстро электричество чинить, чтобы никто мне не помешал. Все, я починил. Го за мной, я выполню вам таски. Го за мной. Прикольно, да? У меня два таска осталось.
Семён тварь закрывает нам двери. Го, все за мной, я покажу, как я выполню вам таски. Все так замерли, минуту молчания. Так, го, все за мной, у меня таски есть карточка. Погнали в карточку, я покажу вам карточку. Опять. Семён такая падла, если честно. Боже, он так задрал, он так бесит. Не, я, у меня просто слов нет. Ладно, я включу микро на минуту. Ребят, пожалуйста, пройдите со мной, я покажу, как я выполняю таск в админке. Го, все в админку, я в админке буду. Я жду в админке. У медиков. У медик? Мне кажется, это саморепорт. Откуда ты шел? Откуда ты шел, Влад? Ребят, нет, тихо, дай он скажет, Из электричества шел. Из электричества. Можно я свое мнение выскажу, давай, пожалуйста? Давай. Короче, я как раз таки шел к автомату из медика, и там никакого трупа не было, и никого там не было. Так что мне кажется, либо это саморепорт, либо, не знаю. Либо ты предатель. Реально. Ну подожди, смотри, у меня есть такое предположение, то что... Мышь и Хлебушек остались в электрике, по-моему, а я пошел. А нет, они ушли из электрики налево куда-то, к реакторам. Так, ладно, я за мышь, пофиг, я за мышь, поехали. Погнали. Мне без разницы, я за мышь. Тама, отключите, пожалуйста. Потому что, ну, три репорт, ну, потому что просто ботажа. Это подраться, это не весело ни сюда. Поздравляем. Вы выиграли. Еееее! Сас! Yes. Ребят, записывать ролики в восьмером очень трудно, вот прям очень трудно, и я надеюсь, вы поставите лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, конечно же. Очень трудно записывать ролики, особенно в меню, когда катка еще не началась, и мы набираем народ, ждем, когда кто-то зайдет, это очень трудно делать. Вот я из-за этого даже цвет не успел сменить и шляпку. Поэтому, ребят, пожалуйста, поддержите меня, нажмите на лайк, у нас Хлебушек опять вышел, обожаю таких игроков. Поставьте Луцк, подпишитесь на канал и подпишитесь на все каналы. Бедный, ты мир его вечно убивает. Так, короче, я нашел труп в управлении, я не могу не сказать, у меня нет ни на кого подозрений, потому что я никого не видел, кто туда бежал. Да, это я. Чё? Что это я? Я тоже не понял, что я сказал. Ты вообще молчать должен, ты труп. Кстати, да. Короче, я скипаю. У нас, типа, ни у кого нет, то я скипаю. Мне кажется, мышь бы четвертый раз подряд предатель. Мне кажется, Хлебушек вышел именно из-за того, что его убил мышь бы, и он четвертый раз в игре уже предатель подряд. Ну, хз. Я буду, короче, за мышь бы голосовать, пофиг. Я за него буду. ТК, го со мной бегать? ТК, го. ТК, я тебе покажу то, что я квест выполняю. ТК, го за мной. Я вам так скажу, я знаю, что оба предателя. Потому что мы ходите вдвоем и просто... Один убивает, другой, а другой вам просто насадит, это как-то, ну, по-странному немножечко. Куда ты идешь? Со мной. Я квест выполнять буду. Ну. Ай, ладно. Так, а где тут свет чинить? Я не знаю. А, там, понятно. Да ты, ты не рад. Так вот, что я хотел сказать. Делать ролики восьмером, это очень трудно. Особенно, когда все люди относятся к этому несерьезно. Ну, по крайней мере, большинство.
Поэтому, пожалуйста, поддержите меня, нажмите на лайк, подпишитесь на мой канал и на каналы всех людей, которые участвуют. Будет очень приятно и мне, и другим. Где? Так, чё, где? Где? Я... Нет, я ничего не знаю. Мне кажется, это саморепорт. В столовой? Как это может быть в столовой, если саморепорт? Я, когда бежал в столовку, там не было никого, я был один. Ну я с автоматом был. Ты был со мной только полигры. Ты был со мной сначала только полигры. В столовку... Я в полной ставке до сих пор... Я по вашему столовке. Ты вообще сдох! Короче, я... Ты сдох! Я буду голосовать за Мышба. Мне кажется, он четвертый раз уже предатель. Ты думаешь, он четвертый раз, типа? Думаю, да. Мне кажется, Хлебушек вышел именно из-за того, что его грохнул Мышь. Но я не импостер. Если, короче, если меня кикают, и я не импостер, то кикайте автоматы. Ребята, я не думаю, что мы сам... Я думаю, что угодно может случиться, потому что четвертый раз. Да ты сдох! Так, тихо! Так, нет, ребят, я сейчас вам покажу то, что я выполняю квест! Го за мной! Давай, я покажу то, что я выполняю квест! Го! Ну, погнали! Давай, так почему? Давай, вот пошли! Я вот тут, я в уборке. Вот, иди сюда! Тут чайник есть какая-то, лейка. Вот. А что делать надо? А, лейку найти? Окей, сейчас я нашел. Молодец. Ну пойдемте еще сделаю квесты на ваших глазах, если хотите. Погнали. Нет? Выбейте Мика, пожалуйста. Окей. Кость, ты такая тварь! Вот серьезно, ты такая мразь! Не, ну а хули? Были и не увидели мой труп, это как? Пацаны, я опять член экипажа, почему я хочу быть предателем? Почему? О, кстати, там квест. Выполните. Ты все сюда просто столпились. Так. Ну и чё? Что делать? Повернуть его надо? А, действительно. Я завел машину. Ладно. Так, это сюда можно пойти? Нет, это стена. А, вот сюда можно пойти. Я на этой карте еще не... ладно. Давайте будем выполнять квесты. Это я, наверное, вам вырежу, чтобы вам не было скучно смотреть. И вернемся уже на голосование. Так, ребят. Синий сдох. Возможно, вы спасли от смерти, потому что, короче, я прохожу дезинфекцию, тут дверь открывается, и ко мне забегает Гемчик. О, во, красава. Уже подбегает ко мне, ну, я не знаю, у меня нет пруф никаких, просто, возможно. Это Гемчик, давай. Кики Гемчика! Я был в Москане. Гемчика, Кика! Короче, Я был на скане, который, ну, показывает, кто сдох, а кто жив. Вот. Там я увидел то, что синий умер и побежал к кнопке, вот. Я никого не подозреваю, но просто, как факт, синий умер. Кикни, Гемчик! Я выгнал то, что это Гемчик, потому что я стоял в дезинфекции, я видел, что там инфекция, которая в дезинфекции. Лично, вообще никого не видел. Я могу поучиться за Мышба, потому что я с ним стоял, но я не стоял. Я ничего на Гемчика не гоню, просто... Убей Гемчика! Я скипаю! Я видел фото... Ну хоть кто-нибудь за Гемчика, ну пожар, ну хотя бы Мышь бы! Да почему?! Нормально, да так, ну чё, ну Гемчика? А чё электродрейс за Хлебушка? А чё за фигня? Ладно. Ладно, ребят, встретимся на следующем... Встретимся на следующем голосовании. Где? Где? Это либо самый бомж? Нет, это либо электро, либо кольт. То есть электро, либо там, где сидел, это там, где... Ну, короче,
короче, в там где. Ну, короче, будет камера, потому что кольца убежал с той стороны. Но мне кажется, это электро, потому что Карма спалил то, что его убили, и кажется, это электро. Если не электро, то это не электро. Я свою невиновность никак доказать не могу, буду честен, потому что я выполнил почти все задания, у меня только одно осталось. Но я считаю, что это тоже, я тоже считаю, что это Дрейк, потому что в прошлой катке он почему-то за хлебушка проголосовал. Я просто... Нахера вы Дрейка чекаете, зачем? Да, он в прошлой катке за... Чего? Так что мне кажется, это, скорее всего, электро. Нет, нахера? Вот. Нет, дебил! Да, бомба. Да я за голубого, скорее всего, потому что, ну... Больше шансов то, что видать они голубой сейчас. Мне кажется, нет. Мы же голосуй. А, понимаю. А, ну блин! Тихо. Пацаны, меня... меня Гемчик в самом начале грохнулся, ПС. Ну и на сегодня все, с вами был я, Игровой Автомат, и мои друзья, типичный Кольт, Карма, Тактик Мэн и многие другие. Сегодня мы играли в Among Us. Если вам понравился этот ролик, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и подпишитесь на все каналы моих друзей. Всем удачи и всем пока-пока.